Здравствуйте, друзья мои. Это вот посылочка из большой консолидированной посылки. Собственно говоря, вместе с вами я открываю. Я даже не помню, что здесь должно быть. Судя по маркировке, не знаю, что здесь лежит такое. Давайте смотреть вместе. Так сказать, сюрприз будет на всех. Вот, что-то тут... Ой, как они запаковали-то все это. И что у нас тут лежит-то? Что-то... Что у нас тут такое? Ох, так. Сейчас разберемся. То посылок было много, и сейчас... Так. Ага, это лента RGB должна быть. Так, что у нас здесь? Так, блок управления. Все, маркировок нет никаких. Так, вот маркировочка здесь. Вход 100-240. Выход 12 вольт 5 ампер. А здесь вот он, блок питания. 60 ватт на 12 вольт. Вот такой вот. Серьезный аппарат. Давайте здесь посмотрим, что у нас здесь. Ага. Так. Что-то тут опять надо самим что-то делать. Круто. Итак, пульт управления. Что-то он как-то вот... Ой. Такой покалеченный пульт управления. Так, давайте посмотрим, что здесь. Вот. Батареечка 23А. У меня такой батареечки нет. Вот те раз. Где искать такую батарейку? Так, ну как это? Как-то немножко странновато. Можно вешать даже на гвоздик. Круто. Не хочу сказать, на что это похоже. Но страшное дело. Так. Вот такой вот кабель. Вот еще один. О, смотрите, чудо. Батареечка есть. Так. Вот она, батареечка. 23А 12 вольт. Вот она. Да, вот такая вот. Калайн. Больше никаких маркировок нет. Вот для нашего пультика. Так, давайте попробуем поставим. Посмотрим. Пружинки очень слабенькие. Так. Их. Вот так вот. Он off. Ну, по крайней мере, работает. Вот такой вот блок управления. LED-контроллер. Так, здесь больше ничего такого нет. Питание к нему. Вот это я не знаю. Сейчас будем разбираться. И вот у нас, смотрите, инструкция. То есть подключаем к нему блок питания. Вот он, так сказать. Вот так должно быть. Из него это белые должны быть разъемчики. Один, второй. Вот. Подключаем непосредственно вот эти кабелечки. Так. У нас здесь инструкция. Больше ничего нет. Запасной, видимо, сюда. Интересно. Ну и вот LED strip. Ну, посмотрим. Давайте здесь откроем теперь самое интересное.
Так, что здесь? Маркировочка-то есть у нас? Нет. Смотрите, какая лента. Вот, смотрите, как расположены светодиоды. И сейчас я ее... Вот еще один разъемчик. Ну-ка, давайте сейчас вытащим все это, посмотрим. Вот оно. То есть, смотрите, эти светодиоды защищены вот таком... В таком пластиковом контейнере. На картинке вроде такого я не видел. Вот. И должны подсоединиться каким образом? Зачем это еще один? Можно на этот. А! Ну-ка. Вот, наверное, можно что сделать. То есть подавать питание непосредственно на ленту без управления, игнорируя контроллер. Вот. Или через контроллер. Я полагаю, так, такая схема. Так, подсоединяем. Так, какой из них какой? Не указано ничего. Легко снимается, легко ставится, все до щелчка. Так, ну а здесь у нас я так полагаю сюда подключается. А нет, смотрите, здесь можно вторую ленту сюда ставить. А здесь по инструкции, вот смотрите, что получается. Оказывается, можно еще точно такую же ленту подсоединить после и получить набор этих лент. У меня одна, можно поставить 4 и управлять этим контроллером. 4 ленты вот такого размера. Так, ну это все есть, это все есть. Все это есть, пульты есть. Так, ну что, сейчас будем пробовать подключать это все. Так, ну давайте смотреть. Включаем. Опа. Смотрите. Ну, то есть видно здесь, как работает, да? Светодиодная лента. Выглядит это вот все вот так вот. Пробегает она. Разные режимы. Здесь можно управлять. Так, давайте попробуем контроллер. Итак, контроллер у нас включен. Ой, как они тут интересно пробегают, эти огоньки. Вот здесь вот. А, видно. Так, S1 и SBM. Да. Инструкция нам ничего не дает. А, смотрите, тут что-то меняется. Ну вот что это? Надо как раз разбираться. Вот смотрите, бегущие огоньки какие. Как вам такая бегущая лента? Смотрите. У продавца, кстати, есть разные наборы вот таких вот светодиодных лент. Можно будет выбрать, какая вам нравится. То есть, смотрите, вот он. Видно, как пробегает.
Вот так вот все меняется. Вот. Видимо, еще управляется длиной программы, клик программ тоже. Ага, изменим программу. Ну, давайте посмотрим. Нагревается, но не очень сильно. Так, ну что? Давайте посмотрим другую программу. Это другая программа. Вот смотрите, как меняется. Еще раз нажимаю. Вот они тут как меняются. Следующая программа. Смотрите. Бегущие огонечки. Следующая программа. Вот. Вот смотрите, какой набор программ интересный. Вот. И пауза. И пошло опять. Все очень интересная вещь. Он. Ну, здесь надо будет смотреть, разбираться, конечно. И интересно все это повесить, как это будет выглядеть. Вот. Но достаточно забавная лента. Смотрите в описании у продавца. Попробуйте выбрать что-то свое, если кому-то понравилось. Очень интересно. Как раз к Новому году. И побежали. Ну все, друзья, на этом. Всего хорошего, до новых видео. Пока-пока.